В Заречном прошел первый этап турнира по баскетболу Лига Союз, ставший уже традиционными межрегиональными соревнованиями для спортсменов 13-14 лет. Хозяева третьего по счету турнира принимали на своей площадке гостей из Пензы, Чебоксар, Зеленограда, Липецкой области и Энгельса. Лига Союз, как Лига Союз, уже второй сезон мы начинаем играть 2002 годом. Хорошее начинание. Мы еще сюда приехали в позапрошлом году, я помню, это был в 2015 году. Но это, по-моему, просто еще не называли как Лига Союз. А так уже давно дружим и, ну как сказать, дружим, играем, соперничаем, дружим. Чебоксары, Заречные мы, и Пенза. И Пенза – это самый старожилы турнира. Турнир проходил по круговой системе в течение 4 дней, поэтому каждая команда имела возможность побороться за звание победителя со всеми участниками соревнований. В финальный этап турнира вышли команды Заречного, Зеленограда, Энгельса и Чебоксар. За право занять первое место боролись сборные двух волжских городов. Прошла последняя финальная игра между командами Энгельса и Чебоксар. То есть Энгельс занял первое место. Ребята получили призы как лучших игроков, также получили награды и медали за победы в этом туре. Спортивный клуб «Строитель» из города Энгельса уже не первый раз одерживает победу над чебоксарскими ястребами. В этот раз сборная из столицы Чувашии уступила 25 очков. Мы настраивались на упорную игру с Энгельсом. Играем уже не в первый раз с этой командой. Команду знаем, игру разбирали, но получилось так. Не получилось упорной борьбы и проиграли концовку. Зареченской команде в тяжелом матче зеленоградской сборной удалось завоевать бронзовые награды турнира. Второй и третий этапы Лиги Союз пройдут в Липецке и Чебоксарах. На эти туры организатор соревнований «Зареченский баскетбольный клуб» планирует привлечь команды из Москвы, Нижнего Новгорода, Воронежа, Нижнего Тагила. Влада Орлова, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный».